Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы с вами хотим поделиться солнечными мантрами, которые помогают вам в финансовой сфере. И если каждую эту мантру произносить не менее 7 раз каждый день, то вы в скором времени увидите, как поток богатства направляется в вашу сторону. Давайте, друзья, мы сначала расскажем и озвучим солнечные мантры, объясним, что каждая из них обозначает, их всего лишь 3, и расскажем еще раз детально, как правильно это все произносить. Итак, друзья, первая солнечная мантра, следующая: Аум Равая Намах. Это солнечная мантра открывает дороги, также пробивает связь с землей и устраняет негатив. Следующая солнечная мантра — Аум Маричая Намах. Она очищает от негатива, лечит и восстанавливает целостность ауры и, что важно, приносит удачу. Ну и третья, друзья, солнечная мантра — Аум Сурия Намах. Она наполняет, эта мантра, светлой солнечной энергией, способствующей исцелению биополя и привлечению денежных потоков. Вот эти мантры нужно читать в том порядке, который мы вам озвучили. Еще раз, сначала мы читаем 7 раз мантру Аум Равая Намах, следующую — Аум Маричая Намах, третью — Аум Сурия Намах. Но здесь есть один маленький нюанс, о котором вы должны знать. Данные мантры, они работают только в дневное время и когда светит солнце. То есть желательно выходить на улицу и эти мантры произносить, как где вы видите солнце, и лучи солнца попадают на вас. Как вариант, если нет солнца, ну, бывают тучи, облака, вы живете в каком-то регионе, где погода очень быстро меняется, то вы можете открыть это видео и смотреть на видео, которое вы видите на экране, и читать перед видео, читать эти солнечные мантры. Если вы видите на экране, также вы видите солнце, свет, яркость. Это также происходит излучение хорошей, доброй, изобильной энергии. Поэтому попробуйте воспользоваться. Напоминаю вам, что мы сначала их читаем в том порядке, который мы вам озвучили. И каждую солнечную мантру мы читаем по 7 раз. И только дневное время. И уже буквально через неделю, через две вы увидите первые результаты. Возможно, если у вас все так сложно и тяжело, то, конечно, вы, скорее всего, не увидите прямо сразу, знаете, вот такое озарение. Вам предложили самую высокооплачиваемую работу, вы стали топ-менеджер и так далее. Скорее всего, этого не будет. Вы, конечно, спросите, почему? По одной простой причине, что очень часто бывает так, что мы должны пройти какие-то уроки, экзамены и постоянно изменяться, постоянно улучшать себя. Поэтому попробуйте, пожалуйста, и мы надеемся, это вам также поможет в вашей жизни. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, в комментариях пишите «принимаю» и «благодарю». Ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже с вами в следующем видео. Пока-пока!